Свежеокрашенные стены, новые почтовые ящики, окна, проводка, энергосберегающие лампы. Подъезд в доме номер 2 на Пролетарском проспекте заметно преобразился. С просьбой провести здесь ремонт главе округа Андрею Булгакову обратились жильцы. И вот работы выполнены. Руководитель муниципалитета лично проверил результат. Осмотрел глава и территорию около дома. Важная пешеходная артерия, мост через ручей Шолоховка теперь приведена в порядок. В проработке еще один важный вопрос по адресу. Завтра определите, где еще одну опору стоит, здесь или все-таки там. По просьбе жителей на пешеходной зоне будет установлен еще один фонарь уличного освещения. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.